Живое! Отвали! Тебе что, делать нечего? Что? Я же тебе рассказала! Да ты уже достала с своими нудными историями! Отвали! Ой, извините! Глаза разуй! Я же извинился! Отвали! Чё расселся? Отвали отсюда! А если бы... Что ты делаешь? Дерево ведь тоже живое! Да, что же на меня нашло? Видимо, день не удался. Ну, мы тут с подругой идем так. Если хочешь, пошли с нами. Ну, пошли. Иногда нам нужно прислушиваться к другим. Не запускать негативную цепочку оскорблениями и обидами. Потому что потом ваша же негативная эмоция вернется вдвойне.